Быть ли урожаю? Июнь в этом году выдался прохладным, температура лишь изредка превышает отметку в 25 градусов, идут дожди, выпадает град. Каким плодово-ягодным культурам такая погода по душе, а урожайность каких под вопросом? Об этом и не только. Поговорим сегодня со специалистами отдела научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Лисавенко Анной Колесниковой, ведущим научным сотрудником лаборатории селекции плодовых и ягодных культур, а также Людмилой Клементьевой, также ведущим научным сотрудником, правда, уже лаборатории селекции декоративных культур. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Есть ли культуры, Анна, вопрос к вам сначала, которым такая погода, как сейчас, прохладная и дождливая, она как раз благоприятствует? Я сейчас могу сказать только конкретно о жимолости, которая плодоносит уже сейчас. В среднем урожай более-менее хороший, но тут уже в зависимости от сортов. Вспомните, буквально 2 дня назад был сильнейший ветер, и сорта, у которых слабое прикрепление плодов к побегам, те немного осыпались. Можно сказать сейчас, конечно, и о землянике, то есть о садовой крупноплодной землянике, которую в народе часто называют Виктория или клубника. Мы сейчас чуть позже про землянику, а по поводу жимолости, то есть все нормально, урожай такой, как и обычно, каждый год? Да, более-менее нормальный, но вот как раз из-за сильных ветров часть плодов уже осыпалась. А что касается вкуса? Вкус у всех плодов, может быть, жимолость это чуть-чуть в меньшей степени зависит, а вот земляника как раз очень сильно зависит от влаги. Ну, то есть жимолость всегда кислая, в принципе, и кислее она не стала? Нет. Есть сорта с горчинкой, есть с кислинкой, есть сладкие сорта. Ну, зависит от сорта. Да. То есть бывает даже сладкое, я, наверное, просто не ела такую. Да, но все зависит действительно от сорта, и вот если прохладная сырая погода, то, конечно, ягоды намного кислее. В это время набираются как раз вот витамины С. А вот чего мы можем покушать вдоволь? Жимолости той же мы можем покушать? Может быть, еще каких-то ягод? Этот год более-менее благоприятный для всех, по крайней мере, в настоящий момент. Мы, конечно, не можем прогнозировать точно, какое будет лето. Если будет засуха чуть похуже, если будет... Вот такая же погода. Если такая же погода, в принципе, все плоды завязываются. Что касается земляники, в северных районах нашего края она цвела как раз тогда, когда уже прошли заморозки, поэтому там урожай будет очень хороший. А в наших районах, вот как в Барнауле, начало цветения пришлось на заморозки, и поэтому самые первые цветки подмерзли. Это как раз те, которые, из которых получаются очень крупные ягоды. Вот я, кстати, хотела в связи с этим спросить. Обычно в это время, уже к концу июня, на всех стихийных рынках продается огромное количество виктории. Там те же бабушки продают. А сейчас ее практически нет, или она тепличная. И я сама покупала, она кислая. Это тоже зависит от погоды. Да, ну, во-первых, здесь затяжная весна. Она была холодной достаточно. И поэтому задержка в цветении, в плодоношении на недельку, на две. Как раз для земляники это вот повлияло. Жимолость то же самое. А что касается кислоты, ну, тепличные все плоды, они все практически всегда хуже, чем те, которые выращены на солнце. А когда у нас появится виктория в большом количестве? И будет ли она все-таки сладкой? Будем надеяться, что солнечные лучи все-таки прорвутся. Будем надеяться, что потеплеет. Но если вот такая погода будет, то, конечно, ягоды будут кисловатые. Но уже начинают спеть ранние сорта, особенно ремонтантные. А те садоводы, которые укрывали землянику, у тех уже поспевают урожай. А какие еще плодово-ягодные культуры страдают от прохладной погоды? Прохладная погода вот в начале зимы, в начале вот лета, она наоборот способствует хорошему росту, хорошему урожаю. Это вот наливу плодов. Завязывание, конечно, в таких условиях проходит похуже, но завязывание уже прошло. Урожай смородины должен быть неплохим, если ничего критического не случится. Все зависит от сорта, от возраста кустов, от того участка, где расположен он, то есть в каком районе.
А что касается, например, вишни, яблок? Вишня, завязываемость очень хорошая, поэтому ожидается большой хороший урожай. Урожай, да, будем надеяться. Единственное, может, конечно, повредиться вредителями, но в такую вот в прохладную погоду они зачастую, у них тоже идет задержка развития. У вредителей? У вредителей тоже. И поэтому, может быть, меньше будет, чем вот в жаркую погоду. А посоветуете садоводам-огородникам, может быть, начинающим? Потому что есть уже, конечно, специалисты, которые годами работают. Как уберечь урожай? Можно ли его вообще уберечь вот в такую какую-то дождливую погоду и не солнечную? Как таковых мер нету. Ну, вот, допустим, вот вы, да, например, у себя в институте садоводства что используете? Какие? А мы ничего не используем. Ничего не используем? У нас все растет как в природе. Под открытым небом, потому без теплиц? Да. Нам-то важно как раз, мы же сортоизучение сортов проводим, и нам как раз важно узнать. Вот в эти в критические погодные условия для нас важнее, чем просто благоприятная погода. Потому что именно тогда раскрываются все особенности сорта, и мы можем давать какие-то рекомендации. Подходит для наших условий, либо нет. А что подходит вот для наших условий? Вот сейчас, может быть, какие-то новые сорта появились, посоветуем нашим садоводам. Про новинки я сильно не буду рассказывать. Ну, так, единственное, коротко хочу сказать, что лучше всего выращивать либо сибирские сорта, либо уже проверенные сорта, на которые даны рекомендации. Потому что очень много садоводов гоняются за новинками, покупают их, привозят из-за границ, покупают в европейской части. Но очень часто как раз они закупают южные сорта, либо европейские, американские, которые в наших условиях не всегда дают хороший урожай. Скажите, а вот просто это мне самой интересно, а какие-то такие южные фрукты, например, манго, у нас можно вырастить где-то на огороде в теплице? Или, допустим, маракуйя тоже, или это исключено? Бананы в теплице можно вырастить, есть банановые деревья, мандарины, лимоны выращиваются. Что касается манго, тут, конечно, сложнее. Не пробовали ничего такого. Не пробовали, да, но это только, конечно, в теплицах. То есть таких теплых условий. У нас короткий вегетационный период, не хватает этих дней теплых для того, чтобы растения получили урожай. А вырастить какую-то ради зелени растения, ну, не всегда смысла эффективно. Нет. Я поняла. Людмил, вы пришли с такими красивыми цветами. Да. Погода такая, у нас благоприятствует цветам, ирисам, к примеру? Да вы знаете, мы рады дождю, потому что все-таки недостаток влаги сильно сказывается на развитии даже цветочных культур. Цветки становятся мельче, ниже, но там получается еще и влияние температурного фактора. Недостаток тепла сказывался на высоте растения. Не такие они высокие, как обычно бывают, это да. Сроки цветения могут немного сдвигаться тоже от температуры. Если нехватка тепла, то чуть попозже. Но вот то, что влага, это мы только рады этому. Дело в том, что при сухости растения хуже развиваются. Каких-то проблем с, или, как сказать, избыток влаги мы сейчас не ощущаем. Ничего не гниет на корню? Нет. Еще рано. Еще рано. Да. То есть где-то, если это месяц продлится, на тогда другое дело. Затянется, тогда уже будут какие-то проблемы. А пока все хорошо. Пока мы будем надеяться, что в следующем месяце у нас будет тепло. А, если уж у нас сегодня в гостях представители Института садоводства Сибири имени Лисовенко, потому что до сих пор есть такой институт, да, если кто-то думал, что его сейчас уже нет, не могу не поговорить о том, как сейчас чувствует себя деревья в вашем институте, ну и вообще какие-то растения, потому что почти год назад был ураган, и многие деревья вырвало буквально-таки с корнем. Помогали спасатели, помогали волонтеры. Как сейчас, Людмила, обстоят дела? Да, спасибо большое всем, кто нам помогал, но мы помощь продолжаем ожидать. В общем-то, мы не откажемся ни от помощи волонтеров, ни от сотрудников МЧС, нам хорошо помогали выпилить. Дело в том, что действительно мы еще пока не на 100% далеко не готовы сказать, что мы все восстановили в дендрарии. Но, по крайней мере, завалы убрали, которые завалы были? Мы убрали, там как раз у нас и было меньше всего завалов по верхней части. У нас дендрарий представлен как бы верхней частью, это вот высокий берег, вдоль берега идет. Там у нас американские участки, ну, вернее, представлена флора Северной Америки, Японии, Китая. Европа представлена. А вот у нас еще есть такое понижение рельефа. И вот там представлена флора Алтайского края, горного Алтая. Там как раз больше всего и пострадало растений.
И вот там еще не готов участок вообще. Ну, то есть туда еще посетители не ходят? Нет. Но дендрарий у вас в любом случае открыт? Надеюсь, что не ходят. Мы вообще туда не... Если не мы идем с экскурсоводом, мы, конечно, только по верхней части проходим. Угу. Получается, все-таки рабочая сила нужна, да. И своими силами вы не справляетесь. Процентов на 30 мы только разобрали завалы. Действительно, там крупные по диаметру растения, это хвойные растения, пострадали. Их, чтобы спилить, это нужно и специальные пилы, как бы не... Угу. с маленьким полотном. Угу. Вот, и вывозить это нужно спиленное тоже. В прошлом же году помогали спасатели? Вот мы разобрали только часть. Только часть разобрали. Да, мы возле озер начали прочищать. У нас вообще 3 озера. Мы только 2 озера успели прочистить. И там уже началось похолодание. Пришла осень, и все. И, в общем-то... Ну вот, допустим, сейчас нас кто-то услышал, и люди хотят помочь. Ну, не спасатели. Обычные, рядовые, нужны рабочие руки? Куда позвонить? Ну, позвонить нам в приемную можно, конечно же. А нужны нам большей частью с пилами. Все-таки такие люди, которые с какими-то бензопилами, да? Да, просто бензопилами. Обычными пилами, ну, да, конечно, не спилить. Конечно, да. Но если будут обращаться, то вы всем рады. Да. Удалось ли взамен вырванных деревьев, которые в прошлом году вырвали, уже посадить какие-то новые? Ну, смотрите, получается, что там, где деревья пострадали, они пострадали еще и от загущения. Угу. И, ну, в общем, это вот я никогда не знала, что слишком густо у вас было там посажено. Ну, у нас это проблема была, получается? Это не совсем проблема. В некоторых местах, да, можно сказать, что, ну, уже густовато. Отъели от хвойных растений было загущение. И там подсадки не везде нужны, не везде требуются. Угу. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы подсадить, корневая система, вот имеющаяся, да, она мешает, не везде мы можем подсадить. Кое-где мы сделали подсадки. Хотела спросить, в прошлом году бывший директор, сейчас он у вас продолжает Юрий работать, Анатольевич Зубарев, он говорил о том, чтобы дендрарий привести в то состояние, в котором был он до урагана, это потребуется 25-30 лет. Что-то изменилось или цифры по-прежнему остаются такими цифра же? Цифра по-прежнему остается такой же, если иметь в виду, что то, что мы сейчас подсаживаем, это должно вырасти до взрослого состояния, это, и как бы вот именно уже такую красоту показать свою. Это да, лет 20 для хвойных растений, они медленно растут. Для кустарников, допустим, это быстрее. А вам именно сейчас хвойные растения У нас нужны, в основном да? пострадали хвойные, да. Растения, они оказались непродуваемые, то есть они больше всего сопротивлялись урагану. Крона у них такая малопродуваемая, и вот их ломало, как спички. Им или макушки обломило, или с корнем вывернуло. Если это макушку обломило, то оно остается на прежнем месте расти. Угу. Просто мы говорили о том, что у нас некоторые растения безвозвратно потеряны, потому что они были... То есть даже безвозвратно, да? Ну, они были в единичных экземплярах. Например, у нас была сосна Банкса, она была в, ну, в 2 экземпляра, и они оба погибли, были сломлены. Вот. А у нас на тот момент просто были уже подрощенные семян. Мы собирали семена, шишки собирали, семена проращивали. И у нас были подрощенные растения молодые. Мы их высадили. 3 растения у нас были высажены в дендрарии, где старые дубы. Вот, они растут там. Ну и небольшие такие подсадочки мы делали. В основном-то хвойные пострадали, которые долго восстанавливаются. Угу, понятно. То есть именно на то, чтобы выросли новые хвойные деревья, и потребуется 25, да, как раз 25, стали крупными, 25 большими. 30 лет. Угу. Ну, я думаю, что мы, наверное, еще раз обратимся к нашим людям, чтобы они пришли и помогли вам, потому что помощь требуется. Давайте, Людмила, обратитесь к народу. Мы ждем всех, кто умеет работать с бензопилой, кто имеет такую возможность, приезжайте к нам, обращайтесь к нам. Мы рады вас принять и принять от вас помощь. Угу. Ну, я надеюсь, что ягод у нас будет достаточно, впрочем, как и яблок, да? Яблоки будут? Да, мы надеемся тоже. Яблоки будут, должны быть. Правда, некоторые садоводы, вот буквально недавно разговаривала, жалуются. Вот у меня листочки распустились, цветки отлично цвела, а потом раз, ветки засыхать начали. Разговариваешь с другими, говорят, а у меня полностью дерево усыпано завязью. То есть все зависит от участка и от сорта. Поэтому, ну, урожай должен быть. Спасибо большое, спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня в гостях у нас были представители отдела научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Лисавенко, Анна Колесникова и Людмила Клементьева.